События. Мы поздравляем наш родной клуб с выходом в премьер-лигу. Команда, тренерский штаб, технический персонал изо дня в день шли к этой победе. И они победили! Спасибо вам за веру, терпение! Только Тула, только победа! Спасибо, что все люди пришли поздравить. Во-вторых, я хочу поздравить вообще всю Тулу с праздником, с большим. Мы в том году вылетели и не могли себе позволить, чтобы не войти в премьер-лигу. Потому что город Тула футбольный. И дай бог, чтобы остались в дальнейшем премьер-лиге. Выходов было достаточно в моей жизни, но это видно, что команду очень сильно поддерживают и любят в Туле. Ну, сейчас с Димой Смирновым стояли, общались, как будто только вчера стояли, вот, и, вернее, только что как будто было это, а уже второй раз, уже 2 года прошло. Вот, ну, эмоции, конечно, потрясающие, опять же, такое, хочется, чтобы каждый год так было. Pump it up, y'all! Let's go!